директора прежде всего. Вот с этой волшебницы женщины, которой так много дано. С чего начинается школа? С директорских пристальных глаз. Вот с этой волшебницы женщины, что помнит о каждом из нас. А может, она начинается с тревожных, бессонных ночей. Спасибо, любимый директор наш. Спасибо от ваших детей. Прошли сейчас последние уроки, и каждый поспешит совет вам дать. Но первое напутственное слово попросим мы директора сказать. Слово для поздравления предоставляется директору школы Санченко Ирине Михайловне. Уважаемые гости, родители, коллеги, дорогие наши дети, вот уже который год мы встречаемся с вами в этот праздник и подводим итоги прожитому году, строим планы на будущее. Говоря о том, как прошел этот учебный год, год был непростой, год был очень и очень насыщенный, но, как всегда, для нас очень победный. Среди коллег, среди наших учителей есть победители областного уровня конкурса. Среди наших учеников есть победители областных конкурсов. Я не говорю о районных, городских. И даже в этом году среди наших родителей появились лауреаты областных конкурсов. Родители, которые помогали нам и вместе с нами принимали участие в мероприятиях. Так что год для нас прошел очень и очень результативно. Я хочу поблагодарить всех коллег, учителей, которые работают для нас в школе, за ваш труд, за вашу благороднейшую работу, за ту душу и вдохновение, которое вы вкладываете в каждого ученика. Здоровья вам, удачи и счастья! Уважаемые родители, хочу поблагодарить и вас за то, что вы нам всегда являетесь надежной опорой, за понимание всех наших проблем, за то, что вы помогаете создать нам условия для работы и для обучения ваших детей. Огромное вам спасибо. Хочу обратиться к самым маленьким участникам нашего праздника, к нашим первоклассникам. Дорогие дети, вы уже год являетесь членами нашей большой и дружной школьной семьи. Мы очень старались, чтобы вам в школе было хорошо и уютно. И надеюсь, что у нас это получилось. Впереди беззаботное, надеюсь, теплое лето. Я желаю вам хорошо его провести, отдохнуть и 1 сентября обновленными прийти к нам в школу. Ну а теперь я хочу обратиться к вам, дорогие наши выпускники. Для вас сегодня прозвучит последний школьный звонок. И такие понятия, как школа, учитель, класс, для вас будут в прошлом. А впереди у вас широкая дорога длиною всю жизнь. Пройдите по ней красиво, честно, правильно. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. И помните, что в жизни побеждает добро и справедливость. Добрый путь вам, дорогие наши дети. Счастья и удачи на всю жизнь. С праздником, уважаемые гости! Дорогие ученики!